Надо их найти нам. Беда! А ну как не найду? О, не заблудились ли? Едва ли. Кошмар! Куда же они пропали? Бегу искать. Я за сестрой. Назад. Сейчас же встаньте в строй. Приказ минутам. По сигналу вам всем лететь во весь опор. Искать. Во что бы то ни стало найти сестер. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, старт! Искать задача нелегка! Найдем! Найдем! Наверняка! Пока я очень беспокоюсь! Отставить! Продолжайте поиск! Сэкономить время. Не торопясь, обсудим метод. Как сберегать минуты впредь? Вопрос настолько важен этот, что времени нечего жалеть. Вот. Имеет должность, стаж и опыт, и в ливне бесполезных слов минуты дорогие топит.
Да, я. Докладывайте, что там? Минут загублено без счета. Не разберу, в чем тут беда? Глядите с пристани сюда! Народом в год пьянчуга портит за минуту. Плохой конец лентяев ждет. Жизнь обойдется с ними круто. Ага, сигнал. Еще один. Настройтесь четче. Поглядим. Минута, что людям так дорога, убита, растоптана, смята. У нашего времени нет врага, опаснее бюрократа. Тем, кто мешает народным делам, не скрыться в тиши, в сторонке, не засорит омерзительный хлам наших часов шестеренки. Великой программы любая строка нас вверх поднимает круто и четко работает на века сегодняшняя минута. Минута, и город в пустыне встает, и новое море родится, и к дальним планетам уходит в полет с земли краснозвездная птица. Десятки домов новоселам даны, все нужное для уюта. Дорога из ткани длиной до луны. Вот! Что такое минута? Творит наш народ, могучий велик, дела небывалой красы. Товарищи, дорог нам каждый миг. Проверьте ваши часы.